Шутил, спасибо, Марина. Напомнила. Любого производителя интересует товарооборот. Вот в предпринимательстве, да, вы тоже чем думали, чем больше я создам товарооборот, тем у меня, соответственно, будет больше прибыль. Это закон, как бы товар, деньги, товар, да? Так. Ну и тут сделаю акцент на том, что как идет продвижение товара от производителя к потребителю. И что, с чем мы можем, собственно, столкнуться в этой цепочке. Каждый участник этой цепочки, соответственно, хочет заработать, да? Товар, когда направляется до прилавок к нам, он проходит вот эту вот цепь посредников. Сюда также входят логистические всякие денежные вложения. Отсюда и собственно, нарастает цена на товар. Здесь выигрывают. Я сталкивался с этой цепочкой, я был в этой цепи именно посредником, да, и я ничем, собственно, не рисковал. Рискует здесь только производитель и потребитель. Ну, чем рискует производитель? Соответственно, что товар идет долго, он рискует как бы время на продвижение товара уходит. То есть как быстро он может реализовать этот продукт, да, свой. Ну, а покупатель уже здесь для нас всем понятно, что мы страдаем от цены. Хотелось бы подешевле, ну и по качеству. Никто не исключает, что в цепи встречаются и такие махинации, как подделка. Да? Наверняка вы слышали программа по телевизору, что есть такие люди, которые хотят заработать на чужом, да, они подделывают этот продукт. Ну и, конечно, страдаем мы, страдает завод. Естественно, здесь качество в качестве не может никакой гарантии быть. Что же предлагает компания Oriflame? Она предлагает, что уйти от этой цепочки и брать продукт напрямую от производителя к потребителю. Соответственно, здесь мы выигрываем в качестве, да, и в цене. Качество проверяется не просто каким-нибудь сомнительным таким сомнительной лабораторией, а именно международные стандарты есть качества, где компания как бы ничего не боится. Все, что нужно, проверяется, сертифицируется, и гарантированно она нам говорит, что ребята, пользуемся нашей продукцией, продукция стопроцентно качественная. Ну, для нас качество это одно, да, этим мы как бы экономим свой семейный бюджет, берем со скидочкой. Здесь на следующем слайде я как бы показываю пример, если бы мы пустили один и тот же продукт по вот двум схемам. Да. Первое это через какие-то цепочки, как я уже выше говорил, это магазины розничные, это реклама, вложение денег, да, все входит в этот стоимость продукта, себестоимость его, и до покупателя. Стоимость выходит вот 75 евро, и этот же продукт, если мы его возьмем напрямую от производителя к потребителю, он пройдет, то цена в половину будет меньше. Ну, здесь явно видно, что экономия налицо, да, как бы тут ничего придумывать больше не нужно. Дальше переходим уже к такой части, почему именно Oriflame, да, не что-нибудь другое. Естественно, что сегодня предлагается на рынке очень много различной продукции с различными компаниями продукты.
ну, как бы не ошибиться, да, не вступить ногой, как говорится, во что-то такое нелепое. Вот. Почему мы именно Oriflame выбрали? Почему я именно выбрал Oriflame? Когда я начал изучать, да, мне пригласили, ну, естественно, я был не уверен, я не знал, как, может, где-то краем уха слышал о компании, но ничего не знал. Подробности, что, какие у компании планы, с чем она работает. Когда я немножко изучил, то вот с такой информацией столкнулся, что компания уже более 50 лет на рынке, а это очень важно, то есть это не та компания, которая пришла вчера, да, то есть у нее уже есть основа, она уже, как бы, как говорится, пустила корни, она выдержала вот эти вот кризисные ситуации, то есть она более устойчива, находится в этом рынке. И здесь, как бы, нет сомнений, ну, у меня, по крайней мере, не возникли сомнений, что она фирма однодневка, да. Есть, которые фирмы приходят, заявляют, что у нас есть лучший продукт, и мне больше поражает, когда они заявляют с одним продуктом, они утверждают, что они сегодня будут первые, идите к нам. И мы сейчас, ну, в буквальном смысле этого слова, порвем этот рынок. Ну, имея вот такую информацию и опираясь на эту информацию, ну, как бы я только улыбаюсь, да, вот на их заявление. Поэтому компания прямых продаж, она уже на сегодня номер один на Oriflame. У нее уже более 3 миллионов консультантов в 60 странах. То есть можно вести и международный бизнес, так называемое международное спонсирование, что тоже нам на руку, то есть ограничений ни в чем нет. Все двери открыты, пожалуйста, можете привлекать сотрудничество и других стран. Да? Дальше, что мне еще удивило, как бы положительную сторону, это компания имеет свои акции. То есть она котируется на бирже, у нее есть свои акции. Дальше, свои фабрики, да, очень немаловажно. Ну, например, не буду называть конкретно какие, ну, достаточно уже известные компании, которые на этом рынке, пускай даже по времени давно, но их нет заводов, у них нет заводов у нас в России. У меня возникает вопрос, да, почему? Значит, все потоки денежные они переправляют, соответственно, за границу, да, себе домой. Ну, как бы это тоже вы должны знать, такую, ну, финансовая грамотность, что, на что нужно опираться, да. Завод, здесь компания строит, значит, еще раз подтверждает, что компания не на один день, а на века. Я думаю, с этим мы разобрались. Если будут вопросы по ходу какому-то блоку, вы можете мне писать, я вам буду по ходу отвечать. Да? Еще одна такая, такое утверждение. 1000 товаров в ассортименте. Еще раз, да, не один какой-то продукт. И заявить себя, что мы будем первые на первом. А здесь есть ассортимент. И это говорит о том, что продукт на любого человека, да, на любой вкус и цвет. То есть, если компания выпускает один продукт, то, ну, я, возможно, я этим продуктом и не пользуюсь, он мне не нужен. В компании Oriflame я найду свой продукт и буду им пользоваться. Дальше, свои исследовательские центры, да, в компании. Тоже это не какая-нибудь лаборатория сомнительная, а именно исследовательские центры, которые работают именитые профессора, доктора наук. Ну, это вы можете узнать дополнительной информации и поисковых каких-то, YouTube, тот же Яндекс, набрать, и вам всю информацию вы можете по этим исследовательским центрам изучить их.
как они работают, какие у них планы. Центр кожи, да, в Стокгольме есть. Я уже сказал, что эксперты мирового уровня, они какие-нибудь с дипломом учреждения нашего типа ПТУ, да? То есть, я думаю, это вам понятно. Ну и, собственно, вот для меня, когда я изучал рынок, да, и я с традиционным бизнесом тоже знаком, я уже сказал, пробовал свои силы, для меня всегда возникал вопрос, чем же таким, каким продуктом начать пользоваться, чтобы он был всегда востребован, да? Всегда думал, магазинов уже, собственно, много. То есть открыть очередной продуктовый магазин можно. Ну, соответственно, возьмем какой-то маленький населенный пункт даже, ну, имея 10 таких магазинов, то попадут, но уже понятно, что они пойдут кто-то туда, кто-то в этот магазин, кто-то в другой. Ну, и твой потенциальный клиент, как бы, его становится меньше. Понятно, да, это? И вот для меня это возникал вопрос, что же такое открыть, какой магазин, да, и каким продуктом его насытить, чтобы привлечь внимание, и чтобы основная масса была именно у меня. Ну, как бы все осталось на тот момент таким зависшим состоянием. И именно когда пришел в Oriflame, когда начал изучать, компания именно в изучении этого всего рынка, всех этих деятельностей помогает. То есть показывает, чтобы мы видели разницу между теми или иными компаниями, да, я, например, начал видеть. Здесь я столкнулся, вот индустрия прямых продаж, это именно компания, которая занимается мониторингом, что на рынке более востребовано. Вы видите, да, первая строчка, это косметика и средства гигиены. У нас этот продукт имеется, да, компания работает с этим продуктом, а соответственно и мы будем работать с этим продуктом и получать прибыль. Понятно? Ну и, конечно, как я уже говорил, любого производителя интересует товарооборот, и именно от товарооборота будет зависеть наша прибыль. Мы здесь сталкиваемся с тем, что мы приглашаем людей. Да? От одного человека не будет такого товарооборота, как от 10, и от 10 не будет такого оборота, как 1000 человек возьмут хотя бы по одной зубной пасты, да, по одной губной помаде. И уже здесь уже будет виден товарооборот, да, уже будет ощутим это. Ну, наверняка сталкивались с таким, что трудности, вроде в традиционном бизнесе это все понятно, да, купил что-то, перепродал, заработал. В сетевом маркетинге есть некая такая сложность до поры до времени, что наш товарооборот зависит от людей, да, приглашая людей, приглашая на приобретение продукта, еще этот бизнес называется на покупках, да, не путайте не продажи, а именно на покупках, то есть приглашая людей, мы приглашаем на продукт, как бы бизнес-рекомендации, да, мы рекомендуем пользоваться косметикой, продуктами компании Oriflame. Соответственно, мы уверены, как я сказал, на 100% в качестве этих продуктов. Ну, тут же хочу сказать, а где не было трудностей, да, в чем не было? Везде, в любом направлении, в любом бизнесе есть какие-то сложности, в том числе и в нетрадиционном, традиционном бизнесе и в сетевом маркетинге, да. Но это на первых порах, я вам скажу, бизнес как бы растет, и растет он в таком масштабе, в быстром, он уже как бы уже тех
скажем так, нет, уже становится меньше, да, когда нам люди меньше отказывают, говорят, что это пирамида, как, ну, раньше это очень часто звучало, сейчас я наблюдаю, это меньше уже встречается, поэтому информация все больше и больше поступает, над этим работает компания, ну и, собственно, это и наша работа в этом. Я помню, когда в традиционном бизнесе зерне, да, мы когда закупали продукцию, и производитель, ну, арендаторы столкнулись с таким, как банк, работа с банком, да, для них было шок. И они всячески избегали работы напрямую с банком. И так бы, конечно, и здесь, да, для начала кажется, это что-то новое, что-то непонятное, и людей, конечно, это пугает. Но здесь и стоит наша задача, чтобы донести правильную информацию, подать ее, чтобы человеку было понятно, что это и с чем это едят. Ну, продолжу насчет людей, как приглашать и что получится, да, приглашая людей. Сейчас в наше время, такой век информационный, вы помните, что был индустриальный, да, век его называли, когда строились фабрики, заводы, то сейчас век информационный. Переходит большинство уже производителей на интернет, да, на продвижение через интернет. Кто-нибудь покупал себе, делал покупку через интернет, что-то заказывал, поставьте плюсики. Ну и, соответственно, оживить так чат, я с вами пообщаюсь немножко. Отлично. Ну, есть такие, да, заказывают. Я, например, что я последнее заказал через интернет? Колеса себе шипами. Вот, я не нашел, как бы, в магазинах колеса с шипами. Вот зима как-то неожиданно пришла в декабре месяце. И я решил себе поставить резину шипованную, зимнюю. Вот, и я обратился к интернету. Тем более, я работаю в этом направлении и знаю, в чем выигрыш работа в интернете. Соответственно, я экономлю время, не езжу по магазинам, да, ну и здесь я могу легко посмотреть цены и выбрать для себя удобный, как бы, сайтик, кто именно работает по продвижению продукции, ну, в данном случае колес, да, шин. Вот, и мне доставили на дом прям, все, с доставкой, доставка причем бесплатная была. Есть в этом плюс, естественно, поэтому на сегодня нам интернет очень помогает в поиске людей. Скажу, что, ну, просто такие горизонты открываются, такие возможности. И компания сама в этом нам помогает. Где мы берем, да, вот перехожу уже непосредственно, источник наполнения, вот так называем, список имен. Это, и есть такие выражения, теплые контакты, холодные. И здесь онлайн. То есть три направления таких, которые мы используем в работе. Теплые контакты. Что это, собственно, такое? Это те люди, которые вас окружают. Это родные, близкие, это и есть теплые контакты. С кем вы каждый день каким-то образом соприкасаетесь, может, боком соприкасаетесь, может, еще там чем-то. Холодные рынки – это люди, с которыми вы не знакомы. И онлайн – это работа через интернет, да, я сказал. Вот три источника, откуда мы будем, собственно, и приглашать людей. Немножко теперь поподробнее. Как я уже сказал, теплые контакты, дерево знакомые, да, близкие, родственники, друзья, родственники родственников, родственники друзей. Понятно, да, с кем мы в такой жизни, возможно, и работаем вместе. Это все теплый рынок. Эти люди нам нужны, пускай они даже на первых порах и, возможно, не верят, в чем-то сомневаются. Когда-то и я сомневался, теперь я здесь, в Арифлейм, и ищу таких людей, как я. Доношу информацию своим окружением, и потихоньку начинает
прислушиваться, интересоваться. Это все нужно изучать, как правильно подать информацию. Конечно, это отдельные уроки, которые нужно обязательно посещать. Что же получится, если мы пригласим своих родственников, да, двоих, я надеюсь, у вас есть сестра или брат, пригласим и их научим тому, чему вы умеете, собственно, сами, покажем, как нужно приглашать и кого приглашать, и вот каждый по два пригласит, и у нас уже команда, да, 30 человек, это неплохо, это уже такой интересующийся момент, интересно, мы пригласили двоих, а наши приглашенные пригласили каждый по два, да, и вот уже команда. Здорово. Ну, пока на этом остановимся, да, вот 30 человек в нашей команде есть. Давайте подключим холодные контакты и начнем искать здесь. Ну, холодные контакты, что мы называем? Где-то вы пересекались, да, пускай это кафе, какие-то, может быть, магазин тот же вы пошли за хлебом, каким-то образом соприкоснулись, завязался разговор, да, у вас. Вы оставили свои координаты. Ну, здесь немножко работа технологии. Вы как бы из холодного рынка переходите в теплый, да, вы должны с человеком не просто сходу вы должны дать информацию такую, что как зовут Федя, я в Орифлейм, иди за мной. Естественно, человек начнет от вас отталкиваться, ну и малоэффективно это будет. Нужно человека так немножко обучение, немножко человека перевести в теплый контакт, ознакомиться, чтобы вам человек уже начал доверять. Еще есть такое выражение, как бизнес на доверии. Да? Здесь, конечно, и стабильность бизнеса будет зависеть на то, насколько вы человеку доверяете, да, насколько вам человек доверяет. Это тоже немаловажно. Поэтому зовем всех, приглашаем и, соответственно, знакомимся, оставляем обратную связь, знакомство. И уже в дальнейшем, я думаю, как дальнейшее делать, вы тоже это получите информацию, обучение. Все это есть в наших уроках, в обучающих. Итак, у нас есть уже, да, 30 человек, добавим с холодного рынка незнакомых людей, ну так, сообразим на троих, еще к двоим добавим хотя бы одного незнакомого, да, и у нас уже команда, 3 человека, сообразим на троих. Вот, мы также его научим тому, чему умеем сами, и здесь уже куда интереснее команда получается, рост геометрической прогрессии, да, мы на одного всего лишь больше, а у нас уже команда 120 человек, да, в 4 раза уже команда, пригласили одного, а в 4 раза у нас повысилась команда. Здесь 120 человек, как бы, уже есть с кем работать, но как мы в следующем примере. А, здесь у меня, да, впечатление, что мы используем в онлайн. Так, ну, это следующий момент, да, работа, мы сказали, что мы работаем с теплым рынком, с холодным, и теперь добавим наш список, это работа через интернет. Что же мы используем? Одноклассники, контакты, то есть все соцсети, которые сегодня присутствуют, они появляются с каждым разом все больше, а соответственно и появляется возможность наша. Здесь я не все перечислил на этом слайде, ну, еще раз то, что я сказал, да, ищите соцсеть новую, добавляйте, сделайте аккаунты, и все в ваших руках, никаких ограничений, весь мир в ваших руках, да, пожалуйста. Изучайте этот бизнес, смотрите, как это делаете, больше посещений на обучающие вебинары, как бы, я не вижу никаких таких сложностей, все легально,
Возможно, у кого-то вопрос появится, если есть такой вопрос у кого-то, вы мне дайте, я в конце отвечу по поводу, как идет оформление этого всего предпринимательства. Да, это не очень сложно, скажу так, быстро. Это по российским законам, как любой предприниматель, оформляете вот этот вид бизнеса. Он там под особым кодом, не под особым, свой имеет код отдельный. И вот, собственно, вы всю процедуру проходите, как обычный предприниматель. Вот. Это так, быстро я проскочил. Итак, используем все соцсети. Да? Сейчас у нас есть чат, рекрутинг называется. Если вы решили, что вам это подходит, и вы хотите как бы развивать этот бизнес, а я вам рекомендую, то, пожалуйста, обратитесь к своим спонсорам, и он вас добавит в эти чаты, где вы будете обучаться. Ну, здесь я не исключаю, чтобы вы и самообучение тоже как бы присутствовало. Да? То, что мы даем, то, что вам спонсор дает, но не будет как бы такого резкого продвижения вашего бизнеса без участия самих вас, если вы не будете черпать еще дополнительную информацию сами. Ну, приглашение, так и стандартная фраза, это так, накинули мы вам, чтобы вы ориентировались, да, что, собственно, мы пишем, вот статусы, предложение дружбы, одноклассники, здесь тоже нужно понимать, не просто кидать, я приглашаю в Oriflame, естественно, люди, ну, они уже, как бы, знаете, на своем горбу испытали, пускай даже не в Oriflame, а на каких-то других, таких, как вы уже говорили, однодневок, которые что-то там пытались доказать, показать, но в итоге люди окунулись в это, да, скажем так, и как бы, и дальше у них какой-то негатив сложился, какое-то мнение непонятно, и, собственно, это не как бы не компания виновата, а вот те люди, возможно, которые приглашали куда-то, не ведая сами, куда они приглашают, ну, люди, конечно, пострадали в этом. Наша, опять же, здесь такая задача, как бы показать правильную сторону, дать правильную информацию, чтобы людям это было понятно, доступно и правда, все как есть. Так, я так откровенничаю, да, с вами? Доски, да, вот, Авито, бесплатные доски, ну, в частности, Авито мы используем. Все эти обучения есть, интересуйтесь, спрашивайте своих спонсоров. Просто общайтесь с кем-то где-то. Ну и, собственно, подошли, вот где взять 1000, да, вот когда мы это все совместим. Теплый, холодный и онлайн, да. Здесь у нас уже картина куда более интересней. То есть пригласим даже 5 человек, найдем из этих направлений. Научим их, и здесь у нас получится уже приближенное к той 1000, о которой мы и говорили. Да? Должны понимать, что здесь мы говорим о людях, которые уже подписались, которые уже получили информацию, и они что-то для себя берут уже или строят бизнес. Большой успех – это всегда большая команда. Да, такой логотип. Что еще включает систему работы через интернет, тема рекрутинга, да, через интернет? Это онлайн-промостойка, есть промостойка, которую используют люди, находясь на улице. Наверняка вы встречались с этим, люди стоят с такими стоечками, с продукцией и приглашают на объявления, на какие-то работа по объявлениям. Там еще какого-то рода, то есть с листочками раздают листочки, где что-то помечают. Какая прибыль с каждого привлеченного человека? Ну, это более подробно
Михаил, Мария, вы хороший вопрос, спасибо. Я скажу так, что прибыль вы получаете ровно такую же, как и ваш спонсор. Да? То есть здесь нет того, если я пригласил, например, Михаила, да, и я буду на нем деньги зарабатывать. Все зарабатывают ровно от того, от их товарооборота. Понятно? То есть вы можете получать и больше того человека, который пригласил вас. Создайте такой товарооборот, и вы будете получать больше, чем приглашенный вами человек. Я это так быстро говорю. Понятно? Товарооборот, пускай у вашего приглашенного будет там на 10 тысяч, евро, да, пускай так возьмем, баллов, у нас есть система балловая. Вы создадите товарооборот в 20 тысяч, и вы, соответственно, будете получать больше, чем приглашенным. Я думаю, это понятно. Но когда люди у вас, приглашенные вами, будут зарабатывать больше вас, это хорошо, вы от их товарооборота, это как пассивный доход, будете получать от 5%. Ну, там есть, согласно карьерной лестнице, такая объемная скидка, да, где вы начинаем с 3%, и доходя до какого-то определенного процента, вы от этого получаете прибыль. Ну, так, в двух словах. Дальше, вот есть онлайн-промостойка, где у нас работают сайты круглосуточно. Люди заходят, оставляют свою информацию и попадают к нам. Мы уже сами с ними работаем, это отдельная такая работа. Секретов никаких нет, у каждой есть своя система работы с такими людьми. Поэтому обращаемся к человеку, который вас пригласил на этот вебинар. Дальше, корпоративный сайт. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет, это чисто по желанию лидеров, спонсоров, да, кто-то дает. Это сайт, который, один сайт принадлежит на всю команду. У нас есть такой сайт, мы его доделываем, да, и в скором будущем он появится, где каждый, который вступит в нашу группу, этот сайт будет ему доступен. Понятно, да, там есть вся информация, там есть истории, там есть такие рабочие моменты, такие как правильно оформить человека, как заказать, сделать заказ. Ну, такая информация, она будет доступна для всех. Он, соответственно, будет расширяться, дополняться новыми лидерами, в том числе, не исключение, возможно, вы попадете туда со своей историей. Так что вот это корпоративный сайт, да? Дальше. Ну и присутствует системное обучение, да? Командное обучение. Здесь что? Вот сегодня вы на вебинаре таком присутствуете, приглашая людей, вы приглашаете тем людям, которые правильно доносят информацию, которые уже умеют это делать. Учитесь, обучайтесь. И, конечно, чем быстрее вы начнете это делать, тем быстрее у вас, собственно, и заработает этот бизнес, да, чтобы люди в любой момент вы могли это сделать сами, потому что ждать кого-то, как знаете, да, что догонять и ждать, это, ну, хуже всего, поэтому вы должны всему научиться сами, поэтому ждем вас на ближайших вебинарах, где вы уже будете как своим доносить информацию, так и мы будем обучаться у вас. Растите, размножайтесь, в ширину расширяйтесь не только как бы физически, ну, чтобы у вас расширялись, я всегда говорю, карман, да, ваши карманы расширялись. Так, дальше. Что же мы будем иметь? Тоже, как бы, ответ на ваш вопрос, да, сколько мы же получим, какую прибыль, зачем нам это все делаем. 780 человек мы позвали в свою структуру, они сделали заказ каждый, взял здесь такую небольшую сумму, 50 баллов, да, примерно, ну, около 3000 рублей. Это
как бы взята цифра среднестатистического человека. То есть на эту сумму человек может позволить себе набрать продуктов. Да? Это косметика, это какие-то крема, это есть продукты здорового питания, витаминки. Вот, все понемножку, и вот 50 баллов, да, 3000 всем доступно. Не стал брать. Кто-то берет на больше, кто-то на меньше. Вот за среднее число я взял 50 баллов. Да, вот даже при таком раскладе 780 человек, каждый по 50 долларов, да, 39 тысяч долларов ваш товарооборот по структуре. В том числе и средства личной гигиены, Кристина, правильно. Вот, товарооборот вашей структуры составил 39 тысяч. Я взял 5% минимальной самой. Я сказал, да, что согласно карьерной лестнице, вы будете получать свою товарную скидку, да, объемную скидку. Вот, минимально 5%. Вот от этого товарооборота 5% это около 2000 долларов. На сегодняшний курс, я на тот, не помню, какой был на тот момент этот курс, на сегодняшний вы можете сами это легко сделать, посмотреть, к какой цифре вы придете, да, что вы будете иметь. Я думаю, и 100 тысяч на первые порах, неплохая сумма, пускай это даже будет в месяц, но в дальнейшем при развитии бизнеса вашего, продолжая делать те действия, которые вы умеете, соответственно, будет рост геометрической прогрессии, и вы уже придете не к месячному такому доходу, а уже каталожно. Да? Каталог 3 недели в Oriflame, соответственно, 17 раз в году вы будете получать эти денежки. Это как бы 5 человек, это не ограничение, это тот минимум, с которым можно работать. Да? Набрали 5 человек, отработали, научили того, тому, чему умеете сами, перешли к следующим 5 человекам. Да? И все по той же схеме, по той же системе, по накатанной у вас будет рост. И, соответственно, меняться доход. Думаю, я вам не открыл как бы тайны, ничего мы такого такого неестественного, да, я вам сегодня не рассказал. Есть, соответственно, правила бизнеса 4П, да, что делать. Мы называем это правило 4П. Приглашать, пользоваться, показывать и посещать. Кого же приглашать? В первую очередь мы приглашаем, и я всегда как бы обозначаю этот пункт, приглашаем всегда на бизнес, то есть мы изначально человека заинтересовываем, да, показываем стороны, чему они могут прийти, какие есть возможности, что они получат взамен, да, это и путешествие, это, соответственно, и доход, что еще, ну, буквально все, что вы хотите, желаете, вы можете получить в этом бизнесе. Поэтому в первую очередь мы приглашаем на бизнес, да, чтобы людей заинтересовать. Только когда мы отработаем, естественно, что все в Oriflame не могут быть, кто-то должен и лечить, и быть бухгалтером, считать наши деньги. Да? Поэтому ну, не без этого. Приглашаем. Люди интересные, они хотят измениться, поменять, как вы, да, проявили интерес. Пожалуйста, приглашаем на обучение, заходите, слушайте, кому интересно. Продолжаем работать, даем информацию, что им нужно делать. Нет, пожалуйста, будьте нашим потребителем, всегда рады помочь вам, предоставить информацию по продукции, да, потому что мы профессиональные консультанты, и мы готовы вам предоставить услугу именно по продукции, да, информация по продукции. Всегда можно к нам обращаться, и мы порекомендуем, что правильно, к чему, куда лепить, приклеивать, ну, как-то так. А дальше пользоваться, нужно ли нам пользоваться, да. Как я уже говорил выше, этот бизнес на потреблении. То есть
мы покупаем себе, приглашаем людей, которые будут брать. Ну, здесь такой возникает вопрос, а могу ли я не брать, да? Ну, можете не брать, конечно, но а смысл тогда вот этого всего дела? Вы приглашаете людей на продукт, да, ну, на бизнес, а, соответственно, приглашаете пользоваться этими продуктами и сами не пользуясь, но мне непонятно. Такой пример, который мы часто приводим, откройте свой хлебный магазин и не берите у себя в магазине хлеб. Да? Здесь наглядно все видно, что, естественно, вы берете у себя, вам еще за это деньги платят. В магазин вы приносите, понятно, деньги, вы в свой магазин как бы вкладываете деньги. Вот вся разница. Понятно? Вы открываете свой магазин. Дальше показываем каталог, да, тут мы вот специально этот пункт опускаем, чтобы немножко увести, да, больше дать возможность показать именно сторону от онлайн политики компании, что можно сейчас найти людей буквально не те, которые люди окружают нас, но еще расширить горизонты таким пользовательским инструментом, как интернет, да, поэтому показывать, я всегда, как бы у меня в машине лежит каталог, и те люди, которые когда-то, ну, возможно, они еще думают, но на первых порах они сказали, я подумаю, ради бога, подумайте, у вас еще 400 лет впереди, думайте, если это так, да, вы готовы столько лет прожить, пускай думают, ну, они ко мне сейчас обращаются, продукт за тем или иным, там, пожалуйста, смотри каталог, выбирай, я не против. Дальше, посещать. Этот главный пункт, который нужно посещать. Да, всю информацию вы получаете, именно посещая вот эти информационные вебинары, мероприятия. Это нужно посещать как онлайн семинары, ну, вот эти вот все вебинары, так и выездные семинары. Это у нас два раза в год. Анапа, вы предприниматели, зарабатываем деньги, поэтому нужно деньги вкладывать в себя, соответственно, посещать, стараться выбираться на эти семинары. Хотя бы один раз в год, но можно, цены не заоблачные, совместить даже полезное с приятным, это на берегу Черного моря проходит, подобрать то время, ну, мы рекомендуем всегда весной, да, вот у нас в мае будет семинар. Уже тепло, уже по личному опыту могу сказать, что можно и купаться уже в это время. У нас бывает тепло. Ну, даже если вы не попадете на пляж, ну, на пляж вы попадете, ну, помочить ноги, покупаться не удастся, то вы всегда получите массу позитива, информации от самого семинара. Поэтому собирайтесь уже сегодня, откладывайте деньги, зарабатывайте. Внедряйтесь скорее в бизнес, и все это вам станет поддержку. Поддержка не только, так, время, да, что я задержался уже. Поддержка не только как от спонсора, так и от самой компании, да, поэтому ищите и спрашивайте, и вам все откликнутся и обязательно помогут. Это программы компании, все, чтобы вы росли, ваш бизнес приумножался. Это программа для новичков, программа премьер клуба, да, где вы 50% скидку получаете, 50% скидку на стоимость продуктов получаете. Дальше турборост программа, да, прекрасная. Растите, даже до уровня директора вам будут бонусы начисляться. Какие бонусы вы узнаете от своих спонсоров? Все это есть, пожалуйста, только изучайте, внедряйте это. И все у вас получится. Так, обучение, да, я уже сказал. Онлайн и офлайн, как бы нельзя это разделять, это пазл. Одно без друг друга быть не может. То есть нельзя разъединять. Понятно, если вы в онлайн работаете, то знакомимся, как я говорил, становимся ближе, в теплый рынок. И дальше уже работаете, соприкасаясь друг с другом, обмениваемся информацией.
Так, ну и что же, собственно, формула, да, исполнение мечты? Что же двигает, собственно, это мечты и цели в любой деятельности, в любом виде в бизнесе? То есть у нас есть цель, ставим ее перед собой и двигаемся к ней, да? Вот мечты, опишите, сроки поставьте, цель, планы какие, обязательно постоянные действия, все это приведет к успеху. Ну и признание, да, признание не просто там какой-то конвертик с бумажечкой, с почетной грамотной или еще с медалью на груди, а это признание на самом высоком уровне. Это и банкет директоров в Москве, это и поощрительные бонусы это в размере тысячи, от тысячи долларов, ну и выше, соответственно, тоже уровня, вам будут эти гонорары выплачиваться бонусные. Помимо зарплаты вам будут и прилагаться эти бонусы. Здесь нечего, чем еще мотивирует, то что чем больше вы начинаете зарабатывать, тем компания вам еще больше и бонусы начисляет. Да? Ну, я вообще, в каком бизнесе или там в работе, где вы больше делаете как бы работы, есть определенная в простой работе, да, график работы, выполняете действия, ну, перерабатывая, вам не всегда будут платить. А здесь вам платят достаточно высокие цены, поверьте. $1000 – это, конечно, круто. Спасибо, Михаил. Ваше мнение тоже учитывается. Ну и присоединяйтесь к нашей команде успешных людей. Будьте успешны сами. Как бы варитесь в одном котле. Если вы хотите быть успешным человеком, находитесь в кругу успешных. Если вы хотите быть, ну, например, если вы курите и хотите бросить, то вам нужно в среду попасть, которые не курят. Да? Также и здесь. Если вы хотите быть успешным человеком, вращайтесь в этой среде, общайтесь с этими людьми, поверьте, вы много у них узнаете. С вами был Владимир Бондаренко, спасибо, кто слушал, спасибо, ваши вопросы. На этом моя презентация заканчивается. Люба, извини, увлекся, поэтому передаю тебе слово по-быстренькому. Всем пока! Всем привет, у меня видео слышно. Хорошо, вижу. Все, тогда нажимаем запись и поехали. Стараюсь пократче, покороче, чтобы не задерживать долго. Привет. Да, я нажала на запись. Все, да? Все, мне все видно, слышно. Громче сейчас попробую. Можно. Ну, для тех, кто не первый раз видит, давайте познакомимся. Меня зовут Петра Крест. 29 лет. Ближе. У меня барахлит родной микрофон. Как микрофон? Как лучше или фонит? Кому-то вот хорошо слышно, кому-то плохо. Не слышно опять. Так, почти не хорошо слышно. Автомин. Плохо. Я прибавила. Опять плохо. Не знаю. Сейчас еще попробуем. Кричи. Посиди, перепугаю.
Сейчас лучше слышно, еще прибавил. Если прибавлю максимально, будет сильно. Хорошо слышно. Нормально. Все, давайте, а то мы сейчас пока будем регулировать звук. Время будет, у нас тут уже 8 вечера. До 10 вечера регулировать. Все хорошо, тогда давайте знакомиться. Зовут меня Костя Селец, мне 29 лет. Я из города Иркутска. И сегодня я вас буду вам рассказывать, обучать, как в социальной сети мой мир, я работаю. Значит, что для этого нужно? Для этого нужно сначала создать почту. Для того, чтобы создать аккаунт на страничке соцсети мой мир, создать после этого аккаунт, потом найти людей, построить диалог, ну и дальше уже как там работать в сообществах и на своей странице. Значит, для начала. Заходим на сайт Mail.ru. Вот не видно из меня, давайте я на камеру уберу, чтобы это было. Вот видите, заходим на сайт Mail.ru, нажимаем вверху девочка красная, посмотри, регистрация. Нажимаем на нее, у нас идет такой страничка с полями для заполнения. Заполняем все эти поля. Можете написать свое имя, можете вымышленное, но рекомендую все свое, потому что в дальнейшем, когда человека зарегистрируете, да, будете с ним работать, увидит, что человек, что вас не так зовут, да, будет к вам недоверие, потому что обман, это не есть хорошо. Заполняете, значит, данные, вам предлагают возможные варианты имени вашего почтового ящика. Выбирайте любой, какой хотите. Выбрали. Значит, я выбрала вот такое, видите, да? Выполнила все поля. Выбрала вот такое имя своего, своего ящика сама взяла. Пароль придумываете любой, какой вам нравится. Ничего не разобрать не слышно или ничего не разобрать не видно? Потому что я громче сделала микрофон. Сейчас лучше слышно? У меня барахлит родной микрофон, поэтому вот такая вот беда. Это ноутбук у меня. Хорошо. Значит, смотрите. Выбрали мы имя для своего почтового ящика, выбрали пароль и нажимаем его зарегистрироваться. Видите? Видим дальше. Дальше нам, значит, регистрируют и предлагают нам загрузить свою фотографию, сделать подпись. Вы это все проходите. Выбираете, если хотите, фотографию ставите. Выбираете подпись, какая у вас будет внизу каждого письма, отправленного из этого электронного ящика. Нажимаете дальше. Либо сохранить, либо пропустить. Можете нажать на крестик, то есть пропустить. И дальше нажимаете, вот видите, в верхнем левом углу «Мой мир», чтобы зарегистрировать аккаунт в соцсети. Переходите на такую страничку, нажимаете «Присоединиться». Нажимаете «Присоединиться» и вам выдает опять страницу для регистрации уже странички аккаунтов соцсети «Мой мир». Вводите все свои данные, видите, в нижнем выделенном квадратике пишите почтовый ящик, который только что зарегистрировали. Пароль можете писать не тот, можете любой поставить, но желательно лучше поставить тот же, что и в почте. Повторяете пароль. Нажимаете «Зарегистрироваться». Поздравляем, вы зарегистрированы. У вас выскакивает такое всплывающее окно. Выбираете любые интересы, да? Вот я выбрала карьеру, красота, стиль, юмор. В общем, по желанию выбираете любые. Нажимаете «Далее», и вам страница сама автоматически подбирает уже подписки.
Видите, да, меня вот автоматически подписали на такие группы. Дальше нажимаете внизу кнопочку «Перейти в мой мир» и уже начинаем заниматься непосредственно оформлением странички. Вам предложат подтвердить ваш аккаунт номером телефона. Где взять номер телефона для создания разных страниц в соцсетях? Ну, наверное, уже не раз рассказывал. Есть у нас очень много всяких сервисов. Например, Free, еще какие-то. У меня онлайн-стим я пользуюсь. У меня там много номеров уже использовано. В общем, можете любой выбрать. Можете спросить. Мы вам дадим список этих сервисов. Подтверждаете свой аккаунт номером телефона. Можете своим собственным, если не... у вас еще не задействован в этой соцсети ваш номер телефона. Подтверждаете. Вам приходит код, вы этот код вводите, и все, у вас хорошо. Продолжаем работать. Вот, продолжаем работать. Оформляете, значит, свою страницу, добавляете фотографии. Друзей пока не убираете. Подписывайтесь на разные группы. Сейчас вам покажу, как я работаю на своей основной страничке. Вот вы зарегистрировались, несколько дней у вас прошло после регистрации, набираться страничка прошла. Мы заходим, начинаем работать. В правом верхнем углу у нас есть вот такое поле для поиска людей. Нажимаем на него, у нас вскакивает вкладочка. Нажимаем «Люди». Сверху у нас становится активно лупа, вот такая оранжевым цветом она загорается. Нажимаете на нее. Может у вас сразу же выдать вам список людей, которые сейчас на сайте, либо только что были, либо заходили недавно, либо вот как у меня, может быть пусто. Справа, видите, есть у нас поля для фильтрации. Отфильтрован, то есть хотите, выбираете пол, страну, город там, вероисповедание там, по-моему, даже есть, возраст, вес, в какой школе учился, на какой улице живет, там, ну, в общем, куча там. Как хотите, так и фильтруйте. Вот, видите? Я вот уже отфильтровала. Советую вам начать со своего родного города, со своей области. Почему? Потому что в своем городе, в своей области вы знаете, да, какие у вас, в каких городах не очень развита инфраструктура, где не очень есть возможности подзаработать, не очень прибыльные, так скажем, местности, да, вы их выбираете, то есть где люди ищут заработок, где людям интересно будет подработка, тем более еще и сидя дома, да, то есть не кататься из какого-нибудь там какой-то деревушки центра, да, вот, значит, выбираете. Я выбрала, видите, Россию, Якутская область моя родная. Полувозраст я уже не выбираю, я уже так. Смотрю, выдает вам список людей. Выдает вам список людей, и в этом списке людей здесь плохо видно, даже мне плохо. Это за слайды делала, было видно хорошо, четко. Значит, смотрите, видите, квадратика не выделила. Смотрите на возраст, ну, если кому-то принципиально на возраст смотрите, и смотрите, когда человек был в сети. То есть, чтобы не наоборот, на мертвые так называемые страницы, да, когда человек заходил там 3 года назад. Смотрите, когда этот человек был в сети, его возраст, нравится он вам, не нравится. Ну и желательно, конечно, чтобы фотографии были реальных людей, а не какие-то картинки с интернета. Видите, внизу есть иконка «Написать сообщение». Нажимаете на нее и пишите сообщение. Я пишу вот такое сообщение. Здравствуйте, Татьяна, с прошедшим его праздниками, вот я недавно писала в прощении. Вас интересует вакансия менеджера по продвижению интернет-магазина брендовой продукции? Работа ведется удаленно, то есть сидя дома за компьютером. Кто-то отвечает, кто-то не отвечает. Да? Вот в данном случае мне ответила девушка, потом покажу диалог, как мы с ней дальше общались. Значит, вводим таких сообщений, мы можем отправить 10 до первой капчи. Выскакивает. Выскакивает у нас первая капча. Не пугаемся, вводим капчу, называем готово.
И до второй капчи мы можем снова отправить 10 сообщений. После второй капчи я уже не рискую, отправляю ему штуки 3-4, чтобы меня не заблокировали, не удалили. И работаю дальше. Значит, общаемся с людьми, разговариваем с ними, выходим на диалог, предлагаем, рассказываем вкратце, но не вдаваясь в подробности, да, чтобы не потерять этого человека, обрабатываем его, общаемся, ну, выводим, в общем, на регистрацию, на работу. Значит, теперь я расскажу вам, как работать в группах в моем мире. Вот, видите, слева под вашим профилем есть лента, да, со всякими... Есть лента, да, как, так же, как вот в Однокласснике, со всеми вкладочками. Значит, выбираем группы. Вот видите мои группы, так как я мама двух детей, да, у меня преимущественно, видите, группы для мамочек, для разных. Выбираем любую понравившуюся группу. Желательно смотрим, чтобы в нее было большое количество подписчиков. Можете сами ввести любое название группы, какое вы хотите, там работа, удаленная работа, там, не знаю, юмор, ну, в общем, где вы собираетесь работать, в какой сфере. Можно как вот в правом верхнем углу ввести название группы для поиска, да, так же, как людей, точно такой же смысл, принцип поиска, то есть тоже нажимаете группу, вот это на лупу и выдает вам список групп. Можно внизу, вот видите, когда вы подписаны в группах, у вас тоже будет выбор различных групп. Можно там ввести название. Вводите название, вам выдают список, вы заходите в группу. А в группах можно как ставить ссылки как на сайт Воронку, как на свой интернет-магазин, как на онлайн-каталог, свой e-каталог. Так можно и просто писать, да, вот вы видите внизу даже. А нет, это не так. А вот можно просто писать, там, предлагаю работу для мамочек, в декрете там, ну, я в такой группе, да, вот у меня группа для мам. Я написала здесь, я отправила ссылку на сайт Воронку. Сайт Воронка переводила уже на мой сайт, на другой. Видите, да, я не пишу про работу. Это было вот перед Новым годом, я оставляла такое объявление. А то есть людям интересно, что же пора чудес наступает, что там за чудеса какие творить. Они нажимают на ссылку, переходят на мой сайт и читают, что же чудеса такие у нас творятся с Орифлеймом, да? Несколько вот откликов и регистрации у меня благодаря вот такому способу было. Можно пользоваться визитками. Вот видите тоже, да, тоже какой-то из детских групп я сделала скриншот. Просто, видите, написано детские замены wellness со скидкой 20%. Пишите личные сообщения. Тоже парочка у меня заинтересовала, все было. Тоже спрашивали, а как, а что за витамины, а как получить скидку, а что нужно и так далее, тому подобное. Тоже хорошо работают визитки. Можно не только... Такие визитки делать можно и конкретно работать. На своей странице как рекрутировать? Точно такой же принцип, как и в Одноклассниках, как и ВКонтакте. Да? Это статус. Выставление статуса. Видите, да, под лентой с вашими фотографиями есть вот такой вот «Расскажите в моем мире о событии». Вы туда просто-напросто копируйте, что хотите. Опять же, хотите, копируйте ссылку на e-каталог, хотите на свой интернет-магазин, хотите на сайт Воронку, который ведет непосредственно, да, опять же, на ваш сайт персональный. Вот я сделала здесь на интернет-магазин ссылку. У меня автоматически сам Орифлейм уже выставил картинку красивую, красивую, хорошую подпись выставил, и у меня в ленте появился такой красивый, красочный, привлекающий внимание статус. Он, кстати, работал.
тоже было у меня несколько откликов на него. Ну, собственно, все, как обещала, много времени не заняла. Я знаю, что вопросов много, потому что я много чего не рассказала. Задавайте вопросы, отвечу. Никого, ни у кого вопросов не возникло. Всем все понятно. У меня вообще кто-нибудь смотрел, кроме Ганиевой Алены? Понятно, значит, всем все понятно. Но если вдруг какие-то вопросы возникнут, видели, да, мою страницу в моем мире, я там ежедневно, задавайте вопросы, я вам отвечу, расскажу. Все недосказанное расскажу. Пожалуйста. Рада была снова вас всех видеть в чате. Давно меня не было, компьютер был сломан. Налазила, и вот я с вами. Спасибо большое всем за внимание. Желаю удачи вам в работе. Рекрутируйте, собирайте новичков. Растите, как сказал Владимир, вширь. Карман ваш, чтоб рос вширь. Всем спасибо, до свидания. Я побегу, у меня там все дети с мужем воюют. Всем до свидания, пока.